Говорить об успешных встречах можно уже сейчас. Наша правительственная делегация сегодня провела переговоры со своими коллегами. Результат – Пакистан намерен субсидировать аграриев для закупки белорусской техники. Мы давно поставляем свою машиностроительную классику и, в частности, продукцию МТЗ в Пакистан. На юге страны больше года собирают тракторы под маркой «Беларусь». Для наших производителей Пакистан – один из ключевых рынков сбыта тракторов вне стран СНГ. Ежегодно Минский тракторный отправляет более 3000 машин. В правительстве уверены, эту цифру надо по меньшей мере удваивать. Пакистан – страна с развитым сельхозпроизводством, но она нуждается в повышении эффективности труда. У нас сегодня готовы контракты в объеме более 32 миллионов на 2017 год. И действующие контракты будут исполнены тоже в объеме где-то около 30 миллионов долларов. Будут приняты кардинальные решения. Первый шаг – это мы будем открывать здесь представительство тракторного завода. Работник тракторного завода будет на постоянной основе здесь присутствовать. Мы данный вопрос уже обговорили с посольством. Белорусская делегация преподнесла в дар Национальной библиотеке Пакистана интерактивную систему «Куб производства Горизонт». Она позволяет в режиме реального времени посетить многие достопримечательности Беларуси – замки, исторические памятники, объекты культурного наследия ЮНЕСКО, музеи.